Живем одним днем. Чем-то покормил хвостиков уже хорошо, да и дождику теперь радуемся тоже. Опять сельский мини-приют Ирины Стрижак выручает местный сельский магазин. Хозяйка привозит в основном лапы и кости. Волонтер не сторонник давать собакам такое, но выхода пока нет. И за этим нужно еще, оказывается, в очереди постоять. Еще и рыба. Опять немного пачи взяла. Сейчас очень много приезжих живут на дачах. По сути, это беженцы из города. Они тоже с собачками и котиками, поэтому разбирают все подчистую. Сегодня каша с рыбой у котов в рационе. Благо, сегодня пошел дождик, немного было прохладнее. А иначе прошлая жара буквально вымотала и волонтера, и животных. Можно вдохнуть и самой, и животным, да и кашу сварить. Но не все едят рыбу. У волонтера две кошечки вообще не понимают, что это. Им только сухой корм давай. Хотя они были подобраны котятами. И непонятно, откуда у них такие предпочтения. Вот выручили патчи. Дележка обидная. Хочется всем. Уже перебирала своих знакомых волонтер поехать в город за кормом. Но нет желающих. Вот сегодня дали номер телефона мужчины. Но он в отъезде. Будет на той неделе. Берет как такси и простой, а женщине еще помочь нужно. Вот еще надеяться на него, а пока нужно продержаться. Вот только как тем, у кого проблемы со здоровьем, опять надеяться на Бога, лишь бы не хуже было. Так и выходит, живем одним днем, чем-то покормил уже хорошо, радуемся дождику, бездомыши хоть лужи попьют в городе. Спасибо огромное, друзья, кто нас поддерживает и помогает в это тяжелое для всех время. Мы рады любой вашей помощи, и все-таки, а вдруг кто-то может нам помочь машиной? Будем признательны от души, животным нужна еда очень.